Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить чикен тикка масала. И что нам для этого понадобится? Поехали! Тут где-то 800 грамм курицы. То, что надо. Начало. Лимон тут. Лимон. 2 чайные ложка. 2 столовые ложка сметана. 2 чайные ложка паста имбиря и чесночка. Ложка корицы. Чайная ложка кориандр. Ложка куркума. Чайная ложка красный перец. Паприка сладкая, чайная ложка. Чайная ложка соли. Теперь маринуем. Это маринад для курицы. Можно руками или ложкой, как вам удобно. Все, мариновка готова. Теперь мы его оставляем на час, чтобы хорошо он мариновал, чтобы курица хорошо пыталась этим приправой. Добавляем 3 столовые растительные масла. Добавляем лук. 4 луковицы средние. Жарим лук до золотистого цвета. Где-то около 5-7 минут. Все, лук жарилась до золотистого цвета. Добавляем 1 чайная ложка имбирь и чесночная паста. И жарим еще 3-4 минуты. Жарим 3-4 минуты. 4 свежие помидоры натертые. Все, 4 минуты прошло. Теперь добавляем красный перец. 1 чайная ложка. 1 чайная ложка кориандр. 1 чайная ложка корица. Чайная ложка. Добавляем чайная ложка. Добавляем ложка соли. Тушим 5-7 минут. Добавляем воду и доводим до кипения. Тут 1 стакан воды. Все, соус готов уже. Все, разогрели сковородку. Теперь добавляем растительное масло. Все, курица уже мариновалась, готова. Сейчас мы будем его жарить. Жарим в двух сторону по 5 минут, чтобы курица сок свой не дал. Нужно, чтобы хорошенько они пожарились. Все, 5 минут уже прошло. Сейчас. Курица хорошо пожарилась, теперь добавляем наши подливы. Соус, можно сказать. И тушим под крышкой. Где-то минут 8. Все, накрываем крышки на 8 минут. Доведем до кипения. Все, наше чикен тикка масала готово. Можно его подать рисом со шпадом рисом. Все, вот и наше блюдо готово. Вот вариантов подачи. Все, приятного аппетита.